Киностудия Warner Brothers не будет проводить презентации перспективных блокбастеров, в том числе экранизации комиксов DC, на фестивале Comic-Con 2019 года в американском городе Сан-Диего. Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter главный редактор компании Fandango Эрик Дэвис. По его словам, единственным проектом студии, который планируется презентовать, станет фильм «Оно 2». Больше никаких мероприятий в зале H не состоится, записал он. Отметим, что зал H – главная площадка Comic-Con для проведения презентации голливудских киностудий. Решение Warner Brothers кажется тем более странным, что у студии в работе есть несколько проектов по мотивам комиксов DC, например, «Чудо-женщина 2», «Хищные птицы» или сольный фильм, посвященный Бэтмену. Поклонники ожидали, что именно на Comic-Con 2019 студия представит своего нового исполнителя Роберта Паттинсона. Также в активе Warner Brothers и другие картины, в частности «Годзилла против Кинг-Конга» и иные. Отвечая на вопросы подписчиков по поводу презентации телевизионных сериалов, основанных на комиксах, Эрик Дэвис сообщил, что у него нет информации о подготовке таких мероприятий. Comic-Con 2019 пройдет с 18 по 21 июля.